И к другим темам. Анапская полиция пресекла деятельность подпольного цеха по производству алкоголя. Сотрудники Анапского отдела экономической безопасности получили оперативную информацию о противоправных действиях жителей хутора Чекон. На основании этих данных был проведен обыск на территории базы бывшего совхоза «Кубань» в станице Варениковской. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен факт организации подозреваемым в одном из складских помещений базы нелегального цеха по производству контрафактной алкогольной продукции. Она была разлита в пластиковые емкости, а также в стеклянные бутылки уже с наклеенными этикетками различных марок водки и коньяка. В отношении нелегального предпринимателя проводится проверка. Было изъято 15 250 литров спиртосодержащей жидкости, а также оборудование и емкости для розлива алкоголя.